человека. I always say that there is a choice for a person. Но я понимаю, что есть Всевышний Бог, который над всеми нашими выборами. But I also understand that there is an Almighty God, Sovereign God. Древних мудрецов еврейских спросили однажды по этому поводу. And wise men of ancient Jews, wise men were asked this question. Спросили, все предопределено или есть выбор? Is if everything is predestined or is there a choice? Они совещались, общались, молились. And they talked and they prayed and they, и дали ответ. And they gave an answer. Все предопределено. Everything is predestined. И есть выбор. And you have a choice. Вопрос был или, ответ был и есть so выбор. So the question was or, but he said and. Дамы и господа, потому что мы живем в мире весьма ограниченном. Он реальный мир. Но по сравнению с Божьей реальностью, он не такой реальный на самом деле. And yes, we live in this real world and we think that things are here very real. But when you look at the greatness of God, we understand that there is a much greater reality. В нашей ограниченной реальности и измерениях ограниченных мы не можем это просто-напросто уразуметь. And being limited in our reality, we may not accept it or Чарльз Спержен говорил в 19 веке по этому поводу тоже. Чарльз Спержен, he said about it in the 12th century. По поводу похожего спора в христианстве. He was talking about similar debate in Christianity. В любой религии есть похожие споры. В исламе тоже есть похожие школы, разные мнения. Has this debate happening. Хотя в исламе центральным является именно судьба, вера в судьбу. Центральным. But in Muslim religion, the central key is that everything is predestined, that there is a destiny for each person. Хотя есть разные тоже некоторые мнения. Although there are different opinions. Частные богословские мнения, как говорят. They say that they are private scholars. А в христианстве в эпоху реформации возник спор кальвинизм и кто арминианство, да? Якоб Арминий и Жан Кальвин, помните? Нет? And in Christianity there was a debate happening between Жан Кальвин и Якоб Арминий. Those two names. Вот эти два разных мнений высказывали учили. And they were debating with two different opinions. Богослова. Кальвинизм считается это предопределение, судьба. So Calvinism considers predestination of like the destiny of person. Якоб Арминий говорил как раз о выборе человека, о свободной воле человека. Jacob Arminian was talking about the free will of a person. В 19 веке об этом Чарльз Спержен сказал следующее. And the 19th century Persian said a different thing about it. Он сказал, что это не спор даже богословских школ, это спор просто религиозного опыта. And he said that it's not a debate between the scholars' schools, it was a debate of religious опыта. Of religious experience. Потому что в начале пути христианин всегда акцентирует внимание, любой верующий, на своем личном выборе. Вот я нашел Бога, я встретил Его, я сделал выбор. At the very beginning of every Christian states that it was my choice, I found God, I made a choice to follow Him. Он мой Господь, Он мой Бог. He is my God, He is my Lord. Я избрал путь жизни. I chose the way of living. Но в конце пути обычно христианин всегда говорит, о, благодать спасен тобой. And at the end of Christian life, a person says, oh, grace, I was saved by you. Grace, да. Вот, что действительно, что это вот Божий выбор есть. That there was God's choice. А Бог, Он над всеми нами вообще. And God is above all of us. Он и в нашем прошлом. He is in our past. И Он и в нашем сейчас настоящем. And in our present. И Он в нашем будущем. And in our future. Все это, оно уже есть уже. All of it already exists. Нам это не понятно. We can't understand it. Нашему человеческому разуму это не подвластно. It is hard for our human brain to absorb it. Как мой завтрашний день, он уже есть уже? That my tomorrow already is. Да, он уже есть уже, и Бог там уже. Yes, your tomorrow already is, and God is. Мой вчерашний день есть сейчас. And my yesterday is right now. Да, он есть, и там Бог сейчас. Yes, your yesterday exists today, and God is there. И Агнец от века закланный.
вечности. And it was said that the lamb that was in eternity slain. Хотя исторически это произошло 2000 лет тому назад. Although it happened only 2000 years ago historically. Но его кровь омывает грехи наши, то что были, то что есть и то что будут. And but his blood washes полностью человека. Away our sins, как это понять? Я не знаю. And future. How to understand it, to grasp it? Сколько поколений будет впереди, и все люди будут свое спасение связывать с кровью Иисуса Христа, спасение. How many generations will be ahead of me, and all of the people will connect their salvation to the shed blood? It's a mystery. Из истории христианства еще кое-что расскажу. Another thing from the history of Christianity I want to tell. Была Киевская Русь. There was a Kiev Rus. Огромная страна. A great country. Из разных племен, разных народов. It was made up of different tribes and different nations. А поэтому это было лишь началом крещения Руси, а само крещение растянулось на столетия. This was only a beginning of the baptism, but it spread out through centuries. Потому что далеко не все народы вот так вот сразу прям принимали. Because not all the nations took it in and accepted it right away. Вот, и совершалось это, как правило, огнем и мечом, то есть насилием. And it was made by force, by sword and fire. Это не было таким сильным централизованным государством. It was not a very strong centralized state. Затем история была очень странной. But then the history became very strange for Kiev Rus. Образовалась новая Русь, Московская Русь, Владимирская и Московская. Was formed, so it was now two opposing states, Moscow Rus and Vladimir Rus. Украина оставалась еще под Константинополем, под Вселенским Патриархатом. And Ukraine was under Constantinople, under the That patriarchy. Но на севере образовалось мощное государство. But in the north, a very strong state was formed. Впоследствии ставшее империей. And then it became an empire. И поглотившее Украину. And it consumed Ukraine. А Российская империя была огромной империей. And Russian empire was huge. Российская империя поглотила и Польшу, и другие, Финляндию, другие страны. Russian empire consumed Poland and other countries. И что? До самого развала империи, до 1917 года, and until 1917, империя сохранялась как... православие являлось государственной религией этой империи. На всей этой территории. Was considered to be the state religion of all that territory. Были мусульмане, были католики, были там... There were Muslim and Catholics and... Но государственной официальной религией оставалось православие. И в своде законов огромной этой империи было записано, empire, что глава церкви – его императорское величество. И императоры из этого исходили всегда, что православие является государственной официальной религией. And that's why emperors always considered orthodoxy to be their state official religion. До императрицы Елизаветы Петровны полагалась смертная казнь даже за выход из православия. And until the дочери Петра I, до дочери Петра I. The daughter of Peter the Great, Елизавета, she was the people would be executed for leaving orthodoxy. То есть, если ты при свидетелях заявлял, что ты хочешь выйти из православия, стать католиком или протестантом или мусульманином, кем угодно вообще, евреем. If there were witnesses for your proclaim that you want to leave orthodoxy for Catholicism or Muslim or any other religion, то тебя казнили. You were executed. Елизавета Петровна, она заменила это на 25 лет каторжных работ наказания. And Елизавета switched the punishment to 25 years of imprisonment of labor. За попытку выйти из православия. For an attempt to leave Orthodoxy. Православным стать было очень легко. It was easy to become Orthodox. Выйти невозможно было фактически. And to leave it was almost impossible. Да, значит, и даже если ты 25 лет каторги отработал и вернулся. And even after you worked there for
for 25 years labored in this punishment. Любая попытка с кем-то поговорить о вере, о религии заканчивалась смертной казнью однозначно. If you try после to этого, talk about после срока to этого, anyone about religion or your choice, you would be executed right away. А потом эти 25 лет заменили на 20 лет, потом на 15 лет. Then сокращали the time was shortened to 20 years, 15 years. Но до самого 1917 года было уголовное преследование за попытку выйти из православия. But until the 1917, there was a criminal charge for people that were trying to leave Orthodox. И вот в 17 году временное первое в истории России демократическое правительство. And 1917, it was the first democratic. Во главе с Александром Керенским. Democratic rule in Russia. Они заявили, что, ну, свобода совести, впервые заявили о свободе совести. So first time they talked about the freedom of conscience. Человек мог верить, мог не верить, мог выйти из одной церкви, примкнуть к другой церкви, совершенно без всякого уголовного преследования. That person could believe, could not believe, could leave from one church to another religion and without any kind of persecution. Это было в самом начале 1917 года. It was at the very beginning of 1917. Десятки тысяч узников совести, которые при царе сидели за веру свою, были отпущены на свободу. Баптисты, субботники, молокане, духоборы, староверы, там много, очень много сидело разных людей, по разным, разных вероучений. Lots of people were released for their faith into according to this new law. Но уже в конце 17-го года большевики сделали переворот и захватили власть, вывели с Ленина. At the end of 17th century, the Bolsheviks, they did a revolution and heading by Lenin. Они покончили с демократией и началась коммунистическая тирания. They finished up with the democracy and they started communistic tyranny. Но особенно тирании было, конечно, после Ленина, это было в период уже сталинизма. But even greater tyranny started after Lenin with Stalin. Потому что при Сталине было заявлено, что сама идея Бога, она будет истреблена вообще. Because Stalin said that even the idea of God will be completely destroyed. Это ужасно, ведь Иосиф Виссарионович этот, он вырос в православной семье. Because it was terrible, because Stalin himself, he grew up in a seminary, in a very orthodox family. Когда его мама еще была беременна, она не знала, кто родится. When his mother was still pregnant, she didn't know who she will have. То они с мужем решили, что если будет мальчик, мы отдадим его в семинарию, чтобы был священником православной церкви грузинской. His parents decided that they, if we will have a boy, we will give him to seminary to raise him as a priest. И в своем родном городе Гори Иосиф учился в духовной школе, церковной школе. And in his own city he was raised by in a church school. А потом в Тбилиси, в Тифлисе, в столице, он учился в семинарии. And then in Tbilisi, which is the capital, he was studied in seminary. Без пяти минут батюшка был бы отец Иосиф, когда на приходе там с кадилом. Служил бы себе там. Господи, помилуй, представляю. Вот интересно все это так. So it's very interesting. Но получилось так, что он познакомился как раз на последнем курсе уже там в семинарии, классе, он познакомился с революционными рабочими там, с революционерами. But it happened that at the end of his seminary he met some of the с террористами. With, like, he met terrorists, he met the activists. Вот, он подрался с полицейским во время демонстрации одной, и, короче, его карьера священника уже, ну, будет так сказать. Как уж батюшка, если можно сказать полицейским, как будто с его карьера. И он, значит, он стал революционером, террористом. Вот, а потом стал лидером Советского Союза всего. Истребляя десятки миллионов людей. And he killed tens of millions of people. Здесь в Украине был искусственно создан Голодомор специально для уничтожения местного населения. There was this artificial starving that was organized by him.
искусственный голод. It was an artificial famine. То есть подчастую забирали все продукты питания so у населения, изымали просто, насильственно сооружие приходили, сооружие и забирали все. Food from families, they came with guns and огромные территории Украины оцеплялись войсками. And the territory of Ukraine was guarded all around the border. То есть никто не мог пройти за эту территорию. No one could come купить себе продуктов каких-то, обменять продукты себе питания. Even go out to спастись от голода. Kind of, food to be saved from hunger. Вот, и люди умирали. Вначале сотнями, потом тысячами, потом десятками тысяч, потом миллионами. People, просто умирали. People died first by hundreds, then by thousands, then by million people were just dying. Информация стала проникать на Запад, но на Западе, в свободном мире, люди отказывались верить. Вообще, что подобное имеет место вообще. And the information reached the West, but the West could not believe that something horrible like that could be happening. Люди не хотели в это верить просто-напросто. People did not want to believe. А еще почему? And also why? Потому что Советский Союз увеличил экспорт зерна и продуктов за границу, продажу. Because Soviet Union as well increased the export of wheat to the West. Они не видели логики никакой. They could not see the logic in all. Как это, значит, увеличили экспорт зерна, продуктов, значит, за границу, а население умирает от голода? The export of wheat to the West, but at the same time their own people would be dying from hunger. Дело в том, что мораль коммунизма, она другая мораль. Это аморальная мораль. And we need to understand that the moral of communism is immoral moral. Селекцию производили такую определенную, как они говорили. They were doing this selection. То есть требовалось десятки миллионов людей истребить, чтобы вырастить новую породу гомо советикус, человек советский. They were trying советский народ. The theory was that you need to destroy hundred thousands of people in order to create a new breed of a Soviet person. Вот, и к сожалению, это во многом удалось. And unfortunately, it was successful in many things. Хотя вера в Бога как таковая, она была не истреблена. But although не смогли. It did not kill the faith in God, they were not able to. Вот в первый день я рассказывал свое свидетельство, допустим, I was один giving из примеров. You my testimony first, even it was one of the examples of that. Я вырос в традиции, лучших традициях марксизма-ленинизма. Не знал о Боге ничего. Абсолютно. Никакой теории. Tradition of Marxism and Leninism, I knew nothing about God. Моя мама и папа, они были атеистами, убежденными атеистами. My mom and dad, they were very convinced atheists. Но я пережил с ним встречу. But I experienced meeting him. Вот. Я не знал, что есть ли вообще верующие еще где-то. And I did not know if there are other believers. Я думал, что я один, наверное, вообще. Вот. I thought maybe I was the only one. Знаю, что Бог есть, и Бог хороший. That вообще. Knew that he exists and God is good. Ни взрослых, ни сверстников своих. Я не знал никого, кто бы знал, что там Боги вообще. So I didn't мы жили know, в России. I didn't know my peers or adults that would know about God and I like lived in Russia. Бог все равно приходит в судьбу человеческую, несмотря ни на что. Into people's lives, no matter what. Я даже знаю много примеров, когда гонители вчерашние верующие становятся верующими сами. And I know many examples when persecutors of believers become believers. Да, друзья, ну, под занавес. Что-то рассказать еще. Потому что тема большая. Я, знаете, скажу, что мы живем в уникальнейшее время во всех отношениях. Сегодня исполняются самые и страшные пророчества Библии, и самые прекрасные пророчества Библии. Today we are seeing some of the greatest revelation of the Bible happening, and then some of the worst. Одно из самых прекрасных пророчеств – это то, что Слово Божье проповедуется как никогда раньше вообще. The greatest is the word of God is being preached like never before around all world. А Иисус об этом говорил. And Jesus spoke что перед Его возвращением будет Слово проповедано Божье как никогда раньше вообще. Всем народам. Во свидетельство Его. Before His second coming there, the word of God will be preached everywhere. Поэтому я благодарю Бога, что Он дал нам интернет и возможность такую уникальнейшую просто вообще. Слово распространяется как никогда вообще раньше. And the word of God can be spread like never before. Да, если бы 2000 лет назад был бы интернет, то бы прямые бы
онлайн-трансляции были бы все, и Нагорные проповеди, и все там. Can you imagine having internet 2000 Тогдашний Фейсбук бы просто бы взрывался бы от постов таких апостолов, что воскресенье дочери Аира, воскресенье там-то, исцеление такое-то, прокажённо очистили, смотрите, всё. Can you imagine the news TV back then, you know, on your Facebook and other social media? Скоро будет так. Soon it will be like that. Каждый из нас просто совершит деяния великие в этом мире, потому что Господь придет. И потому что это деяние не наше даже, это деяние Духа Святого. Слава Богу. Вот, и из прекрасных пророчеств Библии, это восстановление Израиля. And тоже. Some of the greatest prophecies of the Bible, that restoration of Jerusalem nowadays. Иерусалим как столица Израиля. Israel and Jerusalem as the capital of Israel. И это исполнение пророчеств, древних пророчеств. And it is the fulfillment of ancient prophecies. Господь, спасибо Тебе. Thank you, God. Каждый из нас Each one of us исполняет Твою волю. Fulfills your will. Каждый из нас с миссией. Each one of us has a mission. Великим поручением. A great mission. Оно действительно великое. It is truly great. Потому что кто спасает даже одну душу, тот спасает всю Вселенную, весь мир. Потому что ты действительно заплатил великую цену. Отдал самого себя за нас. You gave yourself for us. Отдал свою кровушку за нас. You gave your blood for us. Чтобы всякий верующий в тебя не погиб. So every believer in you would not perish. Но имел жизнь вечную. But would have eternal life. Благодарю тебя, Господь. Thank you, God. Благодарю тебя за победу твою. Thank you for your victory. Благослови моих братьев, сестер. Bless my brothers, my sisters. Не стесняться благовествования. Not to be ashamed of the gospel. Не стыдиться тебя. Not to be ashamed of you. В этом роде прелюбодейном, грешном, погибающем. During this time, during this generation, нести слово Твое, to carry your word, исцелять больных, to heal the sick, воскрешать мертвых, to raise the dead, изгонять бесов, to cast out demons, чтобы царство Твое распространялось на этой земле, for your kingdom to be spread on earth, чтобы дела дьявола были поражены, for the deeds of the enemy to be defeated. Благослови нас всех. Bless all of us. Быть достойными продолжателями деяний Твоих. To be honored, followers of your actions. В каждом поколении на протяжении этих 2000 лет In every generation, during the past 2000 years, Ты совершал свои деяния. You did your acts. И в те эпохи, когда были жестокие гонения. Even in the generations where the persecution was cruel. И в те времена и в странах, где запрещалось христианство или запрещается сейчас. Even when the Christianity in certain countries was forbidden and is forbidden now. И в тех странах, где христианство называется религией государственной даже. And in those countries where the Christianity accepted as state religion. Ты совершаешь свои деяния. You are doing your acts. И тогда, когда нас хвалят и когда нас ругают. When we are praised and when we are persecuted, благослови нас. Bless us. Прославить тебя. To bring you glory. Пусть каждый из нас, придя на небеса, for each one of us to come to heaven, Боже, принесет огромный урожай. We could bring a great harvest. Душ человеческих. Of the souls of men. Во имя Иисуса Христа. In Jesus' name. Благослови народ свой миром. Bless your nation with peace. Пусть божественный Пурим свершается в наших судьбах. May the divine Purim happens in our lives. В наших странах, народах. In our nations, in our countries. Какие бы враги ни бросали бы какие бы жребии о нас и о наших народах, наших странах. It doesn't matter how the enemies would divide our nations and our countries. Какие бы демоны ни бросали жребии сегодня об Украине, в частности. It doesn't matter demons
deciding about our countries, especially Ukraine. Любящим тебя и тобой призванным все превращается во благо, все обращается к лучшему. Everything turns to good for those who love you and accept you. Великое таинство свершается. And the great mystery is happening. Все сильные века сего бессильны пред тобою. All the strong of this age are powerless before you. Богатство всего мира на твоих ладонях. The wealth of the whole earth is in your palm. Боже, ты всемогущий Бог, всесильный. God, you're powerful and almighty. Благослови свой народ. Bless your nation. Благослови всех любящих тебя, тебя боящихся. Bless all those that love you and fear you. Верующих разных конфессий, разных ветвей, там, believers разных течений. Many denominations and movements and branches. Да прославится имя Твое Святое в нас. May your name be glorified in us. Пусть имя Иисуса воссияет. And may the name of Jesus be в наших судьбах. And shine in our lives. Здесь, в Украине, here in Ukraine, в разных странах земли, in other countries, в Израиле, в Иерусалиме, in Israel and Jerusalem, во имя Иисуса. In Jesus' name. Аминь. Amen. Иисусу слава, Иисусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ. Коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, люди всіх народів, підіймайте руки, прославляйте Сина. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Оплески Иисуса, оплески Господу. Аминь, аминь, аминь. Спасибо вам. Аллилуйя.